Обманывают ли нас производители товара? Точно ли святый батя нажарил ровно 350 грамм блинов? Или все-таки он был голодный и немного захавал сам? Выкладываем их на весы и видим 361 грамм, даже больше, чем должно быть. Чипсоны не до Принглс, не будет ли у них не до веса? Нам обещают 110 грамм чистейших чипсов. Нифига тут внутри еще и контейнер, чтобы их было удобнее вытаскивать. На весах всего 95 грамм, не хватает. Мороженка Экзо обещает нам без упаковки 520 грамм. Все вместе тянет на 568. Значит, пустое ведерко должно весить не больше 48, иначе это будет косяк. Ох, в такую жаришку мороженка будет в тему. А еще жаришка у нас в игрухе Grand Mobile. Загонялся я тут с чуваком на своей Тесле, но он меня в этой гонке выиграл. Придется мне как-то апгрейдить свою тачку. А если ты водила бога, то тоже качай эту игруху. Ну а ведерко у нас весит меньше 48 грамм, так что по мороженому нас не обманули.